Глава управления мусульман Кавказа Аллах Шукюр Пашазаде встретился с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Глава республики поблагодарил шейха за его усилия по развитию отношений и укреплению сотрудничества между народами. Пашазаде, в свою очередь, передал Кадырову официальное приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева. В приглашении особо отмечено, что народы Азербайджана и Чечни связывают исторические и культурные узы.